гостях. Фольклорные коллективы из федеральной земли Штирия в Австрии. Это танцевальный коллектив Шулплатлер, танцевальная группа Альмрауш и ансамбль духовой музыки Айсбахер Мюзи. Дорогие друзья, меморандум о культурном сотрудничестве, скрепивший Южный Урал с землей Штирия, был подписан осенью 2017 года заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым, министром культуры Штирии Кристофером Дрекслером и президентом Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации Вольфгангом Казичем. Именно он и привез сегодня делегацию из Австрии к нам на Южный Урал. И начинает, как фанфары, первые звуки настоящей австрийской музыки произведет ансамбль духовой музыки Айсбаха Мюзи. Под ваши аплодисменты. Александра Георгиевича Виноградова, от себя лично, от всех жителей города Троицка, хотим поблагодарить вас за замечательный концерт, который мы сегодня еще будем слушать, и за уникальную возможность прикоснуться к австрийской культуре. Ваш концерт – это еще один подарок нашему городу. На заднем плане стоят цифры. Городу в этом году 275 лет. У нас юбилей. Конечно, он не такой достойного возраста, как города в Европе, он еще молодой город, но, как вы уже сумели заметить, у него есть очень интересные памятники, есть интересная история, и, как вы успели почувствовать и заметить, интересная культура. Мы надеемся, что наши встречи будут носить постоянный характер, традиционный, и от нас я хотела бы вручить подарок, сейчас покажу его. Это златоустовская гравюра. Это наш храм, в котором вы сегодня были. Это собор Святой Троицы, в честь которого назван наш город. Я очень рад быть здесь сегодня в вашем красивом городе Троицке. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es ist wirklich etwas Besonderes, wenn man hier auf dieser Bühne stehen darf und in ihre Augen sehen kann. Дорогие гости, друзья, спасибо вам огромное за такую потрясающую возможность находиться здесь сегодня в этом зале. Я невероятно рад этому. Wir haben in diesen wenigen Tagen, die wir in dieser wunderbaren Region mit diesen wunderbaren Menschen verbringen durften, so vieles erlebt und wir haben bemerkt, dass uns vieles verbindet. Спасибо вам огромное, что всего лишь за пару дней, которые мы здесь находились, нам получилось познакомиться с вашей культурой и с вашими, нам получилось познакомиться с вами. Вы просто потрясающие, и нам очень нравится ваша культура. Wir haben Gastfreundschaft erlebt und etwas bemerkt, nämlich, dass sie aus dem Herzen heraus leben. Sie sind Menschen, die auf einen zugehen, so wie wir das gerne möchten. Und wir haben gesehen, dass unsere Kulturen so viele Ähnlichkeiten haben. Wir zeigen Emotionen, wir lieben diese Emotionen. Wir tanzen, wir freuen uns, wir lachen, wir weinen. Wir leben sozusagen aus dem Herzen heraus. Und das ist das, was die Menschheit braucht.
Мы были здесь всего лишь пару дней, но всего лишь за вот эти пары дней мы поняли, сколько общего у нас есть, как много нас всего объединяет. Что русские люди, что австрийские люди, они очень открыты, они всегда отдают полностью себя. Вы полностью отдаете себя, когда вы танцуете, и мы также. И точно так же и в песнях, и во всем. Und so bedanke ich mich bei der Regierung und dem Kulturministerium für die Einladung, bei den Veranstaltern, bei Oksana und bei Regina und allen, die mitgeholfen haben, für diese wunderbare Betreuung, die wir erlebt haben und vor allem auch bei der Stadt Troisk. Und ich bitte Sie, diesen Dank auch dem Herrn Bürgermeister auszurichten für diesen wundervollen, tollen Empfang, den wir erlebt haben. Und ich hoffe, dass sich aus diesem ersten Treffen eine Freundschaft auch in den nächsten Jahren entwickelt. Спасибо. Показывали нам прекрасную и раскрывали перед нами широту русской души. Спасибо правительству, спасибо министрам культуры, которые тоже принимали в этом участие. Спасибо большое и вам, представителю этого города. И вам спасибо большое тоже, Оксана, за то, что вы пригласили. И мы, и Регине Владимировне, и всем... Спасибо всем огромное за то, что вы помогли нам ближе познакомиться и узнать Россию. Спасибо вам огромное, и мы надеемся, что встреча, ради которой мы сегодня приехали, будет не последней, и мы увидимся с вами еще в следующем году. Спасибо.